Вы смотрите видео об отеле «Галилео». Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель «Галилео» расположен в стране Чехия в регионе Прага и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 20 ки. 800 метров. Маленький отель в красивом районе Винограда. Уютные просторные номера, хорошее обслуживание, дети до 12 размещаются бесплатно в одном номере с родителями. Отличный для своей категории 3 звезды отель. На территории отеля имеется, в отеле 5 этажей и 33 номера, 22 из которых номера ДБЛ, 6 номеров F, 5 номеров СУИТ. Номеры есть как для курящих, так и для некурящих. Возможно размещение с маленькими домашними животными. В отеле есть лифт, летний сад. Помещения отеля кондиционированы. Есть возможность для организации совещаний, небольшой зал вместимостью до 12 человек. В номерах есть, в каждом номере, ванная комната, фен, сейф, мини-бар, спутниковая. ТВ-радио, телефон с прямым набором, высокоскоростный доступ в интернет, дымовые датчики, пожарная сигнализация, кондиционер, чайный набор. Возможность дополнительной кровати. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть, такси, аренда автомобиля, факс. Год постройки гостиницы, 2006. Год, когда был сделан последний ремонт, 2011. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.